Всем привет! Вы на канале Ремонт сельхозтехники, меня зовут Ильдар. Сегодня я вам покажу краткий обзор сборочного цеха. Кстати, вот тут трактор мы собирали, его выгнали. Видеообзор я по нему тоже сниму, вы все увидите. Этот трактор у нас К-701, собирается на продажу. Начало сборки вы можете посмотреть на моем канале во вкладке видео, полностью как начиналась сборка и поэтапно все. Ресиверы ставим камазовские, энергачи камазовские. Гидроцилиндры, гильза, шток новые. Карданы восстановлены под новый, полный капитальный ремонт. Мосты, полный капитальный ремонт. Конические пары новые. Новый гидробак поставили. Распределитель, полный капитальный ремонт, новые насосы НШ-100, выпускная система, выхлопная система новая, двигатель, цилиндропоршневая группа новая, полный капитальный ремонт сам двигатель, новый МЗН, новый компрессор. Новые ящики АКБ. Единственный стартер после капитального ремонта. Генератор ставим новый. Новая электрика 24 вольт. Также новая гидравлика. Диски, резина новые. Баки новые, крылья новые будут на нем. Облицовка новая. Вот на него облицовка. Пока в грунте. Будем примерять и устанавливать. Видео я сниму. Вот они крылья. Передние уже. Навеска новая. Пока по данному трактору состояние в таком на сегодня. Вот следующий трактор, который на частичный ремонт заехал. Отремонтировали коробку частично, я говорил уже в прошлом видео. Новые ящики АКБ. Тут полностью облицовка на этом тракторе новая будет. Вот также крылья его. На замер занесли их. Будем замерять. Отремонтированные гидроцилиндры. Более такой эстетический вид приведем. В принципе-то кому нужен такой ремонт, тоже можем вам привести в состояние ваш трактор. Даже если вы собираетесь продавать, предпродажную подготовку сделать. Ну, в плане того, что крылья поменять, кабину отремонтировать полностью.
труба шарнира тут восстановленная. На сегодня пока так. Вот на него каркас. Подготавливаем его к покраске. Кабина на этом тракторе будет уже под новый собираться с каркаса. И вот эта кабина, которую вот я вам показывал, на трактор, который на продажу собираем. На сегодня пока вот в таком состоянии получается. Сделаю потолочную обшивку. Стекла установили. Двери обшили. Но тут пока показывать нечего. Пока в таком состоянии. Ну вот, ребята, пока так. Кому интересно было, ставим лайк. И отписываем в комментариях ваше мнение. Только не пишите то, что я снимаю одно и то же. Я снимаю видео для новых моих подписчиков, кто впервые на моем канале. Давайте я вам сейчас покажу трактор, который выгнали с цеха. Итак, друзья, вот этот трактор свободный. Заказываем К-701. Также сборку на моем канале вы можете его увидеть, как он собирался с рамы под новый. И вот этот трактор, то что вот посередине стоял на сборке, выгнали мы его. Также полностью процесс сборки на моем канале, это все можно посмотреть, как каркас кабины готовился, как собирался. На выходе получился вот такой красавчик. На сегодня все. Ребята, всем пока.